По поводу угрозы ядерной войны, Светлана Геннадьевна, ну вы правы, такая угроза нарастает, здесь что греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый, но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее, у нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара.